մեր եթերը շարունակվում է։ Անվտանգությունն այն ֆունդամենտալ հասկացությունն է, որը այսօրվա աշխարհում, այսօրվա փոփոխվող աշխարհում սկսում է հուզել նույնիսկ արդեն մարդկանց, ովքեր ապրում են օրինակ ապահով, հա, եւ անվտանգ Շվեյցարիայում, որտեղ որոնք ապրում են ապահով եւ անվտանգ Ֆինլանդիայում կամ Շվեդիայում։ Մենք տեսնում ենք, որ դա արտացոլվում է Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ անդամակցության նույն Շվեդիայի, եւ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը անընդհատ փոփոխվում է եւ այն սահմանները, որոնք կային դեռ 3 եւ որոնք ձևավորվել են Սառը պատերազմից հետո, սկսում են փոխվել։ Սկսում են փոխվել աշխարհակարգական իմաստով եւ սկսում են փոխվել այն իմաստով, որ իրողությունները փոփոխվում են եւ սահմանները չեն կարող չփոփոխվել։ Սահմանները, երբ որ մենք ասում ենք, մենք նկատի ունենք վիրտուալ սահմաններ, եւ այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում ռեալ ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով, այն գործողությունների հետևանքով, որոնք օրինակ ուկրաինական ճակատում ձեռնամուխ է եղել Ռուսաստանը, որոնք հայկական ճակատում իրականացնում է ադրբեջանական պետությունը, որի հետևում ակնհայտ կերպով կանգնած են Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Եվ սա փորձեր են, հա, տարբեր մասշտաբներով նույն հետ խորհրդային տարածքում ձևավորել նոր իրականություն, ազդել իրավիճակի վրա, եւ այդ նոր իրականություն ձևավորելով իրենց ախորժակները առաջ տանելով եւ դնելով միջազգային սեղանին, որի շուրջ հարցեր են լուծվում, փորձել իրենց տեսակետը, իրենց քաղաքական կշիռը եւ աշխարհակաղաքական մոտեցումները առաջ մղել։ Այս ամենի գլխավոր եւ ֆունդամենտալ հասկացությունը, ինչպես ես ասացի, անվտանգությունն է, որը ստիպում է տարբեր երկրների տարբեր վարքագիծ դրսեւորել։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ մենք զրուցելու ենք բուլղարացի քաղաքագետ, որը մեզ տեսակապով է միացել Սոֆիա քաղաքից, Պլամեն Դիմիտրովի հետ։ Добрый день, господин Димитров. Добрый день. К сожалению, я вас не слышу. Да, сейчас слышно? Да, вот сейчас я вас слышу, очень хорошо. Да, добрый день. Добрый день. Я вот только что в своем вступительном слове говорил о том значении, которое приобретает безопасность, обеспечение безопасности, в том числе уже даже для стран европейского континента. То, о чем еще вчера, казалось бы, так особо не задумывались те же европейцы, жители европейских стран, после завершения холодной войны. Что изменилось, да, принципиально изменилось в первую очередь для Европы, что вынуждает и понуждает, например, ту же Финляндию и Швецию вступать в Североатлантический альянс? И куда эти все процессы нас ведут? Можно сказать, что многое, что изменилось в последние два года. И самый главный двигатель этих перемен – это нападение Российской Федерации против Украины, которое произошло два года тому назад. В этой ситуации стало ясно, что восточный фланг НАТО тоже находится под угрозой, потому что эти страны, которые в соседстве с Россией находятся, и если все-таки агрессия против Украины окажется успешной, то у России будет потенциала угрожать уже и стран-членов НАТО, и стран-членов Европейского Союза. Во-вторых, надо отметить, что Европейский Союз сразу занял четкую позицию по поводу этой войны и начал оказывать воздействие двум основным направлениям. Первое – это военная помощь для Украины. И второе направление – это экономические санкции против России. Обе эти два инструмента имеют одинаковую цель – поражение России и победа Украины в этой войне. Но мы видим, что уже два года после начала войны результат пока не ясен. Никто не может предсказать, когда и как закончится эта война. Так что это противостояние конфронтации между Россией и Европейским Союзом – это не что-то временное, а это новое нормальное. Это состояние на длительный период, наверное, задержится. И второй момент, который я хотел отметить – это отношения между Европой и США. После того, как стало ясно, что Дональд Трамп будет, скорее всего, единственный претендент
из республиканской партии на пост президента на выборах в ноябре этого года, сразу это стало оказывать влияние на внешнюю политику США. Ну, возникает вопрос, какое же влияние может оказывать Трамп, если он еще не стал президентом. Но надо иметь в виду, что Конгресс имеет важную роль в формировании внешней политики США. И на сегодняшний момент республиканская партия имеет большинство в Палате представителей Конгресса США. И поскольку Трамп оказывает очень сильное влияние сейчас республиканской партии, то оказывается, что он сумел заблокировать военную помощь США для Украины. Этот пакет 60 или 61 миллиард долларов, который был намечен администрацией президента Байдена. И вдруг оказывается, что европейцы, хотят это или нет, должны принять на себе лидирующую роль в этой коалиции, которая оказывает поддержку Украине. Так что, если так образно выразиться, Путин не сумел победить Украину, но может получиться так, что Трамп сумеет победить Украину именно через этой политики, которая задерживает военную помощь для Украины. И поэтому сейчас Европа осознала, что должна наращивать свой военный потенциал, наращивать производство боеприпасов и как-то обходиться и без поддержки США в этой роли по влиянию на российско-украинской войны. Так что я так вижу новые ситуации, которые сложились последние два года в Европе. А вот каким образом, на ваш взгляд, сказалось и сказалось ли убийство Алексея Навального в России на перспективах, президентских перспективах Трампа? Учитывая, что Трамп позиционирует себя как человек, который может договориться с Владимиром Путиным, как воспринимается в США человек, который метит на пост президента и стремится договориться с Владимиром Путиным, который убивает своего самого главного политического оппонента? А в этом уже как бы сомнений ни у кого нет. Значит, смерть Навального, конечно, сказывается на отношения России с Западом и, в частности, отношения России с США. Я думаю, что после смерти Навального для Путина будет невозможно возвратиться в этот геополитический клуб западных стран. Помните, где-то несколько лет тому назад Россия все еще была членом этой группы G8, сейчас она это G7. Сейчас уже невозможно для России такое возвращение, потому что смерть Навального – это моральный казус. Здесь нет геополитики. После этого, я думаю, Путин становится еще более нерукопожатым для западных лидеров. Но если мы смотрим конкретно президентской кампании в США, то я не думаю, что смерть Навального как-то серьезно скажется на результаты выборов. Потому что большинство американских избирателей совершенно не интересуются внутренней политикой России. Большинство из них вообще не знают, кто такой Навальный. Другое дело, что Трамп позиционирует себя как человек, который может договориться с Путиным. Я сомневаюсь, что это так, но по меньшей мере, как мы уже заметили во время первой президентский срок Трампа, он начинает внешнюю политику с чистого листа. Он вообще не считается с союзами, в которые США уже вступили, и думает, что для него заслуживает внимания какие-то договоренности, каких-то переговоров с этими странами, с которых США до вступления в должности были в плохих отношениях. Помним, что он вел переговоры с севернокорейским лидером, с Путиным тоже встречался. Так что, скорее всего, возвращение Трампа в Белого дома, я, конечно, не знаю, случится оно или нет, но если он снова окажется в Белом доме, то это прежде всего будет дезориентацией для американской внешней политики.
И это будет трудный момент для НАТО, для трансатлантической связи между Европой и США. Так что, конечно, это играет на руку Путина, если Трамп возвратится в Белом доме. И поэтому я думаю, что до выборов в ноябре этого года в США каких-то серьезных переговоров для мира в Украине не будут. Путин просто будет ждать, увидит, каковы будут результаты выборов в США осенью. Вот как анализируются, прогнозируются эти перспективы возможного прихода Трампа к власти в Европе, учитывая, что на первый взгляд ни у кого нет сомнений, что в случае возвращения в Белый дом Трамп опять оседлает свой излюбленный конек, это изоляционизм, и как минимум потребует от Европы платить больше за безопасность, а как максимум просто перестанет обеспечивать эту безопасность, поскольку изоляционизм и американская гегемония – вещи, по большому счету, понятия, по большому счету, несовместимые. В Европе существуют какие-то сценарии, может быть, вы знакомы, какие-то просчеты, расчеты, прогнозы возможных действий в этом случае, поскольку он действительно имеет какие-то шансы на победу? Да, он действительно имеет шансы на победу. Но прежде всего я хочу заметить, что в сфере внешней политики Конгресс США имеет серьезную роль. Практически президент не может сам определять долгосрочные геостратегические задачи американской внешней политики. Но на всяком случае, в конце прошлого года, мне в ноябре кажется это было, Конгресс США принял законодательный акт, который запрещает президенту США вывести страну из НАТО без голосования в Сената США. В Сенате, как мы знаем, это демократы имеют преимущество. Другое дело, что многие республиканские конгрессмены тоже не разделяют изоляционистскую позицию для внешней политики страны. Так что эта система сдержек и противовесов, которые существуют в американской демократии, по большому счету будет как-то уравновешивать и блокировать самые радикальные шаги, которые Трамп собирается предпринять в сфере внешней политики. Но все-таки это будет проблема для Европы, если Трамп возвратится в Белый дом. И я думаю, даже и без этих призывов и угрозы Трампа, что он не будет защищать страны, которые не платят ничего недостаточно для своей безопасности, в европейских стран уже существует убеждение, что надо выделять больше денег на вооружение и на оборону. Мы видим, что, скорее всего, до конца этого года почти все страны членов НАТО смогут достичь поставленную цель, чтобы выделяли не меньше 2% внутреннего валового продукта для обороны. Так что можно сказать, что Европа уже предпринимает такие шаги. Эти шаги, которые Трамп требовал еще во время своего первого президентского мандата. Но здесь не только Трамп, конечно, стимул для таких шагов. Главный стимул все-таки является агрессивное поведение России и нападение 24 февраля 2022 году. Так что я думаю, Европа все-таки медленно идет к состоянию превратиться в серьезной военной силой. Вот смотрите, что произошло в последние дни. На прошлой неделе Европейский Союз принял решение, что начинает военную миссию в районе Красного моря и Аденского залива. Надо иметь в виду, что США сейчас уже проводят там свою военную миссию, но Европейский Союз не захотел присоединяться к миссии США, а создал свою собственную миссию. Кроме того, я уже упомянул, что сейчас основной груз военной поддержки для Украины лег на европейцев, а не на США. Кроме того, уже идут разговоры, что в следующей Европейской комиссии, которая будет сформирована осенью,
скорее всего, уже будет пост комиссара по обороне, который будет координировать действия оборонных индустриях стран-членов Европейского Союза. Так что под воздействием Трампа, это угроза и Трампа, и под воздействием российской агрессивности, шаг за шагом Европейский Союз превращается не только в экономический, но также в геополитический и военно-стратегический союз. В свое время в Европе была достаточно популярна идея создания европейской армии. Как к этому относятся сейчас в Европе? Эта идея все еще на поверхности или она уже осталась в прошлом? Ну, смотрите, в основе европейской интеграции это экономика. Существует такой экономический столб европейской интеграции. А внешняя политика и оборона, скорее всего, они прерогатив для национальных правительств. Так что на сегодняшний момент, имея в виду, что там написано в учредительных договорах Европейского Союза, мне кажется, что невозможно создавать общую армию, потому что нет общей политической воли для командования этой армией. Все еще решения в сфере безопасности и внешней политики принимаются консенсусом в Европейском Союзе, и одна единственная страна может заблокировать эти решения. Например, в качестве кандидата блокировать этих решений всегда выступает Венгрия. Mm-hmm. Так что, скорее всего, в следующих несколько лет общая европейская армия не будет создана. Но оборона имеет и других аспектов, не только армии. Значит, сейчас оказалось, что очень важно, как функционирует военная промышленность стран Евросоюза. И оказывается, что там нужна координация, нужно наращивать капацитет этой оборонной индустрии. И именно в этом направлении, я думаю, что будет развиваться европейская интеграция, скорее всего, будет какая-то общая координация в сфере производства вооружений и боеприпасов стран Европейского Союза. Но пока рано говорить о общей европейской армии. Является ли активизация военно-технического сотрудничества между Арменией и Францией частью вот этих трендов и веяний, которых вы описали? Да? Вот вы сказали, что Европейский Союз создал свою самостоятельную миссию в Аденском заливе, где действует независимо от американцев. Теперь Франция делает какую-то, на мой взгляд, заявку на усиление своей роли на Южном Кавказе. Является ли это частью какой-то общей политики, если это действительно есть, и чем это обусловлено? Скорее всего, политика Франции по отношению к Армении – это инициатива Парижа. Это не является общей европейской политикой, поскольку такая политика не обсуждалась на уровне Европейского Союза, на встречах Европейского Совета. Конечно, существует небольшая миссия наблюдательная, миссия Европейского Союза на территории Армении, но это, не сказал бы я, что это слишком серьезное. И это не военная миссия все-таки. Так что, прежде всего, это инициатива Франции в связи с исторические и политические связи, которые существуют между Францией и Арменией. Но в то же самое время надо иметь в виду, что Франция одна из двух ведущих стран Евросоюза. Все говорят, что Европейский Союз существует благодаря так называемого этого французско-германского двигателя европейской интеграции. Поэтому позиция Франции важная в этом направлении, но я думаю, что и в следующих месяцах, может быть, и годы, Армении стоит полагаться прежде всего на двухсторонних отношениях с Францией, чем на какой-то общей европейской политике по отношению к кавказским конфликтам. И когда мы говорим про военное сотрудничество, опять речь идет о двухстороннем сотрудничестве между Францией и Арменией, но
Это не значит, что не надо отделять внимание этому процессу, потому что Франция прежде всего серьезная военная сила. Я сказал бы, самая большая военная сила в Европейском Союзе после того, как Великобритания вышла из Союза. Так что это важно для Армении. Значит, страны-партнеры Европейского Союза и особо страны, которые уже вступили в переговорный процесс для вступления в Европейском Союзе, они имеют обязанность координировать свою внешнюю политику с Брюсселем. Но поскольку Армения все-таки еще не кандидат членства в Евросоюзе, для нее нету такой обязанности. Но имейте в виду, что всегда в Брюсселе смотрят, если какая-то страна, которая находится в Европейском регионе и хочет быть ближе к Европейскому Союзу, какая у нее внешняя политика, в смысле, насколько она синхронизирует свою внешнюю политику с решениями Европейского Союза. Еще в середине 23 года в ответ на запрос Армении получить помощь из Европейского фонда мира, EPF, Брюссель ответил отказом. Но уже в конце декабря, уже к декабрю, верховный комиссар, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изъявил согласие. И Армения фактически уже является бенефициаром этой программы. Что изменилось в нашем регионе и что изменилось в политике Брюсселя, что позволило сделать Армению частью вот этого вот фонда EPF? Ну, честно говоря, я не знал, что Армения уже является бенефициаром, потому что сейчас основная часть средств из этого фонда идут на поддержку Украины. Даже в конце прошлого года уже было принято решение, что значительно увеличится размер этого фонда. Но все-таки это было с оглядкой на российско-украинской войны. А что изменилось на Кавказе в последние месяцы? Можно сказать, что, конечно, произошли, так сказать, территориальные изменения. Сейчас Азербайджан полностью контролирует территории Нагорного Карабаха. И уже речь не идет о конфликте на территории Азербайджана, как из Баку всегда утверждали. Уже этот армяно-азербайджанский конфликт, так сказать, географически локализируется на государственных границах Армении, государственная граница между Арменией и Азербайджаном. Это серьезное изменение. И это значит, что в будущем военные усилия Армении прежде всего будут нацелены на сохранение собственной территориальной целостности и защиты страны, границы страны. И это изменение произошло. И понятно, что Европейский Союз придерживается к принципу сохранения границ и сохранения территориальной целостности. Так что логично оказывает поддержку Армении. Но я думаю, что здесь все-таки сыграла роль позиции Франции. Как уже упомянул, Франция одна из самых важных стран Европейского Союза. И, скорее всего, французская дипломатия работала в этом направлении, чтобы Армения получала денег из этого фонда. Недавно, кстати, на мероприятии, приуроченном ровно год исполнился деятельности Европейской гражданской миссии, мониторинговой миссии в Армении, о которой вы только что упомянули, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Армения готова участвовать в обеспечении безопасности в составе европейских миссий, в составе миссий Евросоюза. И является не только потребителем безопасности в этом смысле, но и является стороной, которая принимает участие, готова принимать участие в создании этой безопасности. Насколько, на ваш взгляд, это было уместное заявление, насколько это было сделано правильно и как это может быть воспринято в Европе? Ну,
Да, скорее всего, уместное заявление в Европе может быть воспринято как желание Армении сближаться с Европейским Союзом. Конечно, Армения небольшое государство, потенциал не такой большой, так что я думаю, что речь не идет о участии в военных миссиях Европейского Союза. Ну, у Европейского Союза есть многие гражданские миссии, Именно где гражданских миссиях. хотя бы символически, да, хотя бы символически Армения может подключиться. Например, миссия в Косово, и это гражданская миссия, там существует Европейского Союза по применению законодательства на территории Косово, и многие такие гражданские миссии, где Армения может подключиться. Но, конечно, опять, это будет символический акт, это будет знак новой геополитической ориентации Армении. Это не значит, что Армения настолько важная для Европейского Союза и может какую-то очень-очень большую роль сыграть. И это прежде всего знак не для политики Европейского Союза, это знак для геополитической преориентации самой Армении. Это знак для этой диверсификации в сфере внешней политики, про которую говорится в последнее время. А у меня последний вопрос, господин Димитров. Вы отметили, что в случае, если России удастся захватить Украину, она начнет угрожать, собственно говоря, уже восточным странам, собственно, самого Евросоюза. С какой целью? Значит, некоторые страны восточного фланга НАТО и Европейского Союза похожи на Украину. Они бывшие советские республики, на территории которых находится значительное российское меньшинство. Например, прибалтийские страны. Так что можно смотреть в этом направлении, когда говорим про российские угрозы. Кроме того, среди политологов в Европе существует мнение, что внутренняя динамика путинского авторитарного режима может поддерживаться через внешние агрессии. И если все с Украиной закончится благоприятно для Путина, то он может посмотреть на следующие страны, которые находятся в западном направлении, в западе от России, и продолжить эту агрессию. Я, конечно, немножко сомневаюсь, что Путин, у него есть, так сказать, безрассудность и напасть на стран-члена НАТО. Для меня, скорее всего, угроза будет для этих стран, которые бывшие советские республики, которые находятся вне НАТО и вне Европейского Союза. И это прежде всего Молдова, и это Грузия, почему нет бы и Армения, а эти бывшие советские республики. Но все-таки, понимаете, задача военных быть готовым к конфликту. Хотя, может быть, и вероятность только 1% возникновения войны России против НАТО, против Европейского Союза, но военные должны быть готовы к этому моменту. Что ж, господин Дмитриев, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш анализ. Мне остается лишь вас поблагодарить и пожелать вам удачного дня. Всего хорошего. Вам тоже спасибо. Мир Юрнеш, Булгарат Кагет, Паламен Димитрова, Воремес Миацелеш, Теса Капов, Булгария и Майра Кагет, Софияйц. Искренне к шарнакинг медиатеры каждый отарится это.